Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики, с вами, как всегда, Сладкоежка. Сегодня с реакцией на Вернама, и не просто реакция, это не просто какой-то интересный видеоролик от Вернама, это целый экспоуз. Сегодня мы смотрим главный лжец Geometry Dash, экспоузинг Незрон. Не знаю, что у них там стряслось, что они не поделили, но Вернам решил выпустить, значит, экспоуз на Незрона. Мы, в принципе, можем догадываться, почему он решил сделать экспоуз, но это все догадки. Надо просто посмотреть видос. Всем желаю, ребят, приятного просмотра. Много ли вы знаете откровенно мерзких обманщиков в Geometry Dash? Я вот много, но такого я еще не видел. Встречайте, дамы и господа, Незрон. Думаю, многие из вас слышат это имя уже не впервые и знают, какой хренью страдает этот персонаж. Но сегодня он прямо превзошел себя и... Не, ну я вам скажу одно, ребят, то что каждый делает, что ему нравится и что он хочет. Я не защищаю Незрона, и я не против него, да? Просто каждый делает то, что хочет. Вот. Кто-то, как говорится, на кликбейте поднимается, кто-то делает какие-то информативные видеоролики по Geometry Dash. Вот. Выдал что-то уже за гранью добра и зла. Я понимаю, что это инфоповод с целью пропиариться, и Незрон, наверное, сейчас радуется, но после того, как все увидят эту жесть, радоваться ему останется недолго. Погнали. Интересно, он будет делать опровержение этому экспоузу или нет? Потому что он вроде в сообществе писал, да, то что он будет делать, значит, антиэкспоуз. Только я не знаю, будет он делать его, не будет делать. Ну, поехали смотреть. Для начала напомню, кто же такой Незрон. Из всей толпы ноунейм ютуберов по Geometry Dash Незрон кое-чем отличается. Почти весь контент данного персонажа построен вокруг тематики обновления 2.2. Суть в том, что Незрон просто 24/7 мониторит любые сообщения роптопа, его активность на других площадках помимо Дискорда, и как только он говорит хоть что-то, Незрон тут же снимает видео на эту тему. Его задача сделать... Ну, в принципе, так и есть, скорее всего, вот. Он делает видеоролики про 2.2. Это неудивительно, это все знают. Едем дальше. Гарантированно первым. Быстрее всех, чтобы забрать себе самые сочные просмотры. Именно поэтому в этих видео весьма стрёмный монтаж. Новости рассматриваются поверхностно, но очень затянуто. Качество переводов — это вообще отдельный разговор. Так, вот тут первое сообщение от Роптопа. Говорится, что в игру будет добавлено много прохладных... Не знаю, ребят, вот, знаете, таких людей, как Незрон, вообще в Geometry Dash, можно сказать, почти нету. Почему? Раньше был такой человек, как WorldGD, он уже давно видеоролики не делает, можно сказать, да? Вот, он перестал их делать, а почему, я не знаю. Вот, сейчас, как говорится, на его место стал Незрон. Фичеров. Очень странно, непонятно. Наверное, это вот для уровней типа Waterfall на заснеженную тематику. Офигеть, водопад. Может, Роптоп сделает новый вид фичеров, но прохладный. Типа для уровней, которые хейтят в комьюнити. Так, вот тут Роптоп говорит «экзекути код». Это переводится как «казнить код». Странно. Роптоп, не убивай 2.2, пожалуйста. Наверное, он нашел какой-то баг и решил... Офигеть, жука поставили. Убрать его из кода игры, за что ему огромный респект. Ставь лайк и подписывайся, если тоже считаешь, что нужно фиксить баги. Так. Не, ну баги, конечно, надо фиксить. О, вот эта картинка знакомая. Так, вот здесь я вижу. Между строк вижу, что написано дата выхода обновления 2.2. Он мне сказал, да, у меня получилось, успех, услуга. Это пародия уже пошла. 13 января, нет, августа. Спасибо огромное за просмотр. Стоп, я не прощаюсь. Всем привет и не приветствуюсь. Короче, я удалю свой канал, если ГД не выйдет 13 числа. А никто не знает, когда она выйдет. Ребята, вы многие не рассчитываете то, что она выйдет 13 августа. При всем при этом чел настолько жаден до просмотров, что пихает просто откровенные вбросы на превью и в название видео. Какие-то там фейковые сообщения от Роптопа. Создается впечатление, будто Незрон все еще не доп... Не, ну там не все фейковые, давайте будем честны. Там есть и настоящие сообщения от Роптопа.
попёр, что монетизацию-то отключили, и умные люди теперь зарабатывают на Boosty. Но казалось бы, какая мне разница, пусть снимает, что хочет. Ну да, вот именно, я на такой же вот основе и говорю, пускай снимает, что хочет, вот. Мне вообще было плевать, пока не произошло то, что вы сейчас увидите. А что произошло? Вчера вышло очередное, казалось бы, секретное видео под кричащим... А я, кстати, последнее видео не успел посмотреть. Названием «Слитые переписки». Вот это видео я не посмотрел вообще. Даже одной секунды. Я сохранил, я думал реакцию сделать, вот. Потом смотрю, этот видос скрыт. На канале Незрона, значит, аватарку кто-то сменил. Что-то там в сообществе было написано. Мне потом подписчики прислали скриншот, что там было написано, то, что канал Незрона был хакнут, типа, якобы, да. Вот. Потом Незрон написал, что после открытия какого-то файла, того, который был в видео, да, якобы ему помощник помог. Ну, друг его, да, какой-то. Вот. И типа после... вот этого открытия файла у него, короче, начались какие-то сбои. Скироптопа, секретные сообщения Geometry Dash 2.2. Все, как обычно, ожидали, что в видео их ждет самый обычный кликбейт, и он будет опять полчаса рассказывать про три сообщения Роптопа. А что, получилось наоборот? Опа, в которых тот поблагодарил комьюнити за активность и в сотый раз сказал, что 2.2 скоро выйдет. Но этот ролик получился необычным. По сюжету тайные и могущественные хаки. Привет, я и еще несколько человек занимаемся взлом аккаунтов. Если нас это заинтересует, ажиотаж вокруг 17 июня и твоя персона. Могли вызвать наш интерес. Мы хотим тебе кое-что показать. Офигеть. Хакеры увидели Незрона и решили ему помочь. Дать ему возможность показать простому люду всю подноготную разработки 2.2 и скинули ему, внимание, архив с секретной информацией с переписками взломанного аккаунта Роптопа. Короче, да, вы все правильно поняли. Добрые хакеры ради Незрона взломали аккаунт, мать его. Не, ну это какой-то кринж на самом деле. Роптопа. Ну типа, ладно, он там придумывает какие-то идеи, но эта идея прям какая-то вообще непонятная. Я вообще не понимаю, нуждается ли это в моих комментариях. Далее Незрон показывает подделанные с помощью кода элемента сообщения, на которых уровень английского Роптопа внезапно подозрительно ухудшился. Да и вообще сценарии там такие продуманы, что мама не горюй. По заявлению Незрона, собеседник Роптопа — это его помощник по разработке обновления 2.2. Окей, поверим. Вот они работают вместе с Роптопом, обсуждают разработку. Не, ну на самом деле вы знаете то, что у Роптопа есть помощник. И это, как говорится, опровергать не надо. Ну как вдруг напарник Роберт... Но мы прекрасно понимаем то, что это был видеоролик... ну такой... с такой себе информацией, можно так сказать. Да внезапно теряет память и спрашивает: «Йоу, а что тебе осталось доделать, кстати? Ну мы вместе обнову делаем, а тут такое дело, меня скоро хакеры Незрона взломают. Можешь для скрина, пожалуйста, повторить?» Ё-моё, и весь ролик вот такой. Я даже не шучу, я даже не преувеличиваю. Если вы думали, что это жесть... нет, жесть будет дальше. Цирк только приехал, выступление только начинается. Да ну нафиг. Далее по сюжету начинается уже просто что-то необъяснимое. Помимо 5 поддельных скриншотов в таинственном архиве... 1 JPG, 2.2 Combat... 2 JPG, 3, 4, 5. Находится файл со зловещим названием, внимание, 2.2.com.bat. Комбат. Командир батальона. Блин, Вернам без шуток не может. Он решил продемонстрировать своей малолетней аудитории грамотное использование интернета и персонального компьютера и открыл недружелюбно выглядящий файл еще и несколько раз, чтобы наверняка, видимо. Разумеется, ничего не произошло, и Незрон закончил свое видео.
Спустя какое-то время он пишет, что его канал ведет себя странно, намекая на взлом. И спустя еще буквально пару десятков минут у него внезапно меняется аватарка и в сообществе... Только я не знаю, это вообще жесть. Туба-хакер сообщает о том, что канал Незрона в его руках. Судя по замечательному уровню английского этого хакера, файл сделал сам Роб-Топ, решив таким образом отомстить Незрону, взломав его в ответ. Но не суть. Я только вот не могу понять, это было сделано по приколу или это получилось по-настоящему? То есть... Не могу понять одного. Это он писал эти посты или кто-то реально пытался взломать его канал? Вот напишите мне в комментарии. Вот я этого момента понять реально не могу. На минуту поверили все. Я просто, понимаете, вы же знаете, что я либо сплю, либо реакции записываю, либо я стрим веду, да? Вот, а после него зачастую я реакции записываю, вот. И типа, я... Особо не следил за этой всей фигней. Вот. Получилось как? Я зашел, написал Незрон, потому что у него вышел видос. Я смотрю, он потом уже скрыт. То есть перед стримом у него вышел. Потом я смотрю после стрима, видоса уже нет, ограничен доступ. Потом я пишу Незрон в поиске, смотрю, у него аватар какая-то левая. Потом смотрю сообщество, он написал пост, что так и так у меня с каналом проблемы. Вот, меня типа взломать пробуют. И типа я не знаю вот этой всей темы вообще. Даже я. Потому что подозрения упали на собеседника Роб-Топа из тех самых переписок, который в такой ситуации не придумал ничего лучше, чем... То есть помощник Роб-Топа решил взломать Незрона. Ага. Гордостью заявить о том, что у него есть доступ к приватным базам данных, и пароль Незрона там реально находится в наличии. В итоге все стали впрягаться за Незрона, разбираться с тем самым человеком, но спустя короткое время в пелене этой истории появилось настолько много сюжетных дыр, что оно просто нахрен порвалось, и стало очевидно, постанова, галимая. А, ну если это постанова, то тогда ясно. Тогда мужики даже в комментариях не писать. Постанова, фу. Если что, когда тебя взламывают, это происходит немножко не так. Мой аккаунт ведет себя странно. В смысле странно? На нем на... Знаете, какие моменты я неоднократно замечал? Смотрите, вот был ютубер, да, на которого вы подписаны долгое время, да? У него там, к примеру, там 1200 подписчиков. Он вел стримы, снимал видосы. Вот. Потом вы заходите, а у него написано там Эфириум, например, лайв, да? Типа название канала. И идет стрим, как заработать эфириум и так далее. Но это криптовалюта, вот. Такие моменты я видел. Но я не знаю, то ли они каналы продавали, те люди, то ли их просто взломали. Нормальный контент, что ли, появился или что? Когда тебя взламывают, буквально мгновенно тебя выкидывают из аккаунта, если чел тебя там прямо пасет после скидывания файла. Либо, если там все делают в ручном режиме, то тебя в крысу взламывают ночью. Ты просто просыпаешься и видишь, как внезапно твой канал превращается в рекламу какой-то сомнительной... Вот, чекайте, это то, о чем я говорил. Херни, и ничего с этим сделать не можешь. Крипта. Но ничего, у Незрона же добрые хакеры. Увидели, что у него видос не рендерится. Просто зачастую вот рекламируют криптовалюту. Только я вот не знаю. Есть люди, которых взламывают, а есть люди, которые сами эти каналы либо в аренду дают, либо же продают их. Вот и все. Решили учтиво подождать и только потом взломали. Видео сносить ему, как Эрили, не стали. Запускать стримы с рекламой казино тоже нет, а то вдруг Незрона забанят. Короче, позор. Давайте же узнаем, чем закончился этот цирк уродов. Не, ну, насчет этого это было как-то сказано прям, ну, прям жестко вот вообще. Какими бы они ни были, но оскорблять не надо, зачем? В итоге просто картина... Вы понимаете, каждый человек, который приходит на YouTube, который делает контент, он собирает вокруг себя аудиторию. В данном случае, например, мои же реакции смотрит GDK Community, то есть Geometry Dash Community. Вот.
И типа, и он же делает, да? Вот. Видосы его смотрит Geometry Dash Community. Просто комьюнити, половина людей думает, что это круто. Вот, что он красава, что он реально подает годную информацию. Другая половина делится еще на два куска. Одни просто понимают, что это все рофл, да, то, что это делается ради контента, вот эти все выдумки, вот эти истории. А другие просто хейтят, просто ненавидят, вот. Получается 50, 25 и 25, вот. Маслом. Незрон сидит с якобы взломанным каналом и обосранной жопой. На невинного человека зря наехали из-за его сказок. Хайпа он толком не словил, зато нанес смертельный удар по остаткам собственной репутации. Команда модераторов уже в курсе, что появился гордый обладатель пояса чемпиона, самый наглый лжец в Geometry Dash Community, и активно работает над этим. Если что, небольшой спойлер, скорее всего его канал снесет сам Роб-Топ. Ну потому что это уже... Ого. Ни в какие рамки не лезет. Ну какого хрена, Незрон? Ну чего ради ты это все делаешь? Ты ведь даже толком не зарабатываешь с этого всего. Не, ну это зашло очень даже слишком далеко. Короче, все, мне уже на... Если сам Роб-Топ сюда залезет, то это... Нахрен нечего сказать. У меня все. Подписывайтесь на Бусти. Всем удачи и всем пока. Монтировал видос, но это я не могу не вставить. Это пипец. В общем, это Юля, о которой говорилось в переписке, до недавнего времени, по очевидным причинам, она уже перестала, но она была близкой подругой Незрона. Он знает ее адрес, знает ее пароли от соцсетей и так далее. Когда она его спалила и вывела на чистую воду, потому что ей было очевидно не окей то, что ее друг такой херней занимается, он начал пытаться ее взломать, он начал пытаться ей как-то угрожать, начал писать то, что там в его конфу пускай она путь забудет и так далее. Чувак, ты идиот сраный. Вот до этого момента ты был просто лживым куском говна. Теперь ты не просто лживый кусок говна, ты просто мразь по факту. Какого хрена ты угрожаешь девушке из-за того, что она спалила то, что ты врешь своей аудитории, которая тебе верит? Сраный ты позорник, Незрон. Жесть, жесть, ребята, еще раз жесть. Значит, дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать после просмотра данного видеоролика. Как я вам и сказал, каждый ютубер, который приходит на YouTube, он делает, соответственно, контент. Вот тут уже зависит, какой контент он делает. Кому-то нравится, как мне, например, записывать реакции. Вот. Ну и особенно, конечно же, и моей аудитории нравятся реакции. Кому-то нравится записывать прохождение игр, кто-то просто проводит трансляции. Ну и Незрон, в принципе, пилит видеоролики. Я понимаю то, что он обманывает аудиторию по большей части. Там есть, конечно, и настоящие сообщения Роб-Топа. Вот. Но все равно, по большей части, можно сказать, это кликбейт и обман. Вот. Как бы это странно ни звучало. Но все равно, ему нравится этим заниматься. Ему хочется этим заниматься. Вот. То, в принципе, пускай занимается. Вот. А насчет роб-топа, что он вмешается, значит, собственно, в эту всю грязь, можно это так назвать, то это было бы как-то даже странно, потому что мне кажется, что Роб-Топу все равно на такие каналы, потому что раньше был, например, WorldGD, который перестал уже пилить видосы, да, вот. Так что, типа, Роб-Топ занимается своей жизнью, занимается разработкой 2.2, и, типа, мне кажется то, что ему это не надо. А если он даже вмешается, то ничем это хорошим, скорее всего, не закончится. Вот. Насчет Незрона, что хочу сказать. Это вам, ребята, надо решать. Смотреть вам его, не смотреть. Хейтить, не хейтить. Я в этой ситуации не хейчу никого. Ни вас за то, что вы его смотрите. Ни вас за то, что вы его хейтите.
Невернама за то, что он записал этот экспоуз. И Нихейчу Незрона за то, что он записывает такие видосы. Потому что на самом деле, много есть кликбейтеров, причем в каждой игре, да, каждый ютубер старается влепить кликбейт, чтобы у него ролик набрал больше просмотров и так далее. Вот. И вы сами прекрасно это понимаете. Поэтому тут итог только один. Каждый занимается своим делом. Я понимаю просто, что Вернам уже не выдержал этого всего и решил записать этот видеоролик. Вот. Не знаю, будет ли делать Незрон антиэкспоуз, посмотрим. Вот. А вы будьте, ребят, на своей стороне. У вас должно быть свое мнение. Вы должны, как говорится, мыслить по-своему. Вот. Вы не должны никого слушать. Вот. Кто-то говорит, что Незрон крутой, а кто-то говорит, что Незрон плохой. Вы никого не должны слушать. Вы должны быть при своем мнении. Вот и все. Так что всем я вам, ребят, желаю добра. Видеоролик получился интересным на самом деле. Но, конечно, очень жестким. Ну, в принципе, это Вернам. Если посмотреть, как он делает экспоузы, он не молчит. Он сразу говорит все. Поэтому тут-то ничего удивительного. А насчет девушки, это, конечно, ему решать. Не знаю, зачем так было прям поступать, но ладно. От души вам всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В комментариях пишите свое мнение насчет моей реакции. Мнение насчет данного видеоролика. Ну вот. Всем, ребят, желаю добра. Всем удачи и всем пока-пока.